Что ж, вопросы или замечания по поводу всего, о чем мы с вами до сих пор говорили? Да, пожалуйста. Не могли бы вы более подробно рассказать о том, в чем же заключается дихотомическое и трихотомическое представление о природе человека? Что ж, вопрос о том, в чем же заключается трихотомическое представление и дихотомическое представление о человеке, мы об этом с вами поговорим. Согласно трихотомическому представлению, человек состоит из трех основных частей. Одна из этих частей материальна. Это тело человека. Две оставшиеся части нематериальны. Одна из этих частей — это душа, а вторая — это дух. И здесь душа и дух — это не синонимы, это не термины, которые можно употреблять взаимозаменяемо, в противовес физическому телу. Они на самом деле означают, согласно этому представлению, различные нематериальные сущности. Что ж, мы более подробно рассмотрим этот взгляд и рассмотрим те аргументы, которые выдвигаются в его защиту. Пожалуйста, еще вопросы и замечания. Да. Каким богословским взглядом можно прийти, если следовать представлениям картезианского дуализма? Конечно же, найдутся некоторые, я думаю, даже не некоторые, а многие, найдутся многие, которые скажут, ну, раз картезианский дуализм не объясняет, как материальная и нематериальная составляющая человека взаимодействуют друг с другом, то значит, это представление неверно. Неправильно рассматривать человека в представлениях картезианского дуализма, так как эти представления ошибочны. И, как мне кажется, вот на поверхности все может выглядеть достаточно неплохо, достаточно разумно. И встает вопрос, какая же есть альтернатива? Потому что на протяжении веков было немало людей, как богословов, так и философов, которые пытались объяснить, как нематериальная составляющая может взаимодействовать с материальной составляющей и наоборот. Но все эти попытки оказались безуспешными. И что же тогда на это сказать? И тогда некоторые заявили, вот ответ — это трихотомия. Если в человеке присутствуют две нематериальных сущности и только одна материальная, то вот одна из нематериальных сущностей может служить мостом между материальной сущностью и другой нематериальной сущностью. Но вот за пределами евангельского мира, евангельского христианства, вы не найдете много трихотомистов. Поэтому единственная альтернатива, как мне кажется, это материализм, материалистический взгляд на ум. Я вам уже говорил, какие будут последствия, если перенять этот взгляд. И вот когда мы говорили о двух разновидностях дуализма, вы помните, мы вначале задавали вопрос, обязательно ли нам принимать какую-то из форм дуализма, и если мы примем какую-либо из форм дуализма, к чему это приведет? И вот как мне кажется, и как мы увидим, когда будем обсуждать различные взгляды на природу человека, нельзя отрицать, что Писание действительно указывает на отличие между материальной и нематериальной сущностями человека. Но можно ли на основании этого говорить о том, что картезианский дуализм на самом деле верен? Вот тут, скорее всего, мы зайдем слишком далеко, если признаем это. Но с другой стороны, если Писание на самом деле говорит о материальной и нематериальной сущностях человека, то какую бы вы теорию ни предложили для обоснования этого, это будет очень похоже на картезианский дуализм. И, как мне кажется, это тот момент, где человек, который, к примеру, придерживается дихотомического взгляда на устройство человека, скажет вам, что вот объяснить мы можем не так много богословия,
И мы с вами в этом убедились, когда разбирали доктрину об Иисусе Христе и говорили о том, что в нем присутствуют две природы и как они взаимодействуют друг с другом. Мы также говорили о том, что не можем до конца объяснить доктрину о Троице. Мы не понимаем до конца, как это может быть, но Писание утверждает, на наш взгляд, именно такую доктрину. И Писание учит нас, что составляющие человека взаимодействуют друг с другом. Как это происходит, мы не можем объяснить, и Писание нам не раскрывает этого. Поэтому, говоря богословски, мы можем задать вопрос, а какова же альтернатива, если мы скажем, что дуализм на самом деле не дает верного представления о природе человека? Остается либо трихотомия, либо материализм. Если вы хотите найти ответ на онтологический вопрос. И вот после перерыва на следующей лекции мы с вами будем говорить о том, что есть богословы, которые заявляют о том, что Писание не дает ответ на вопрос об онтологическом устройстве человека, поэтому и нам не следует пытаться его давать. И если вы им скажете, ну хорошо, в этом мы можем с вами согласиться, но можете вы тогда поделиться своим собственным мнением, пусть даже Писание ничего об этом не говорит, но как вы думаете на этот счет? То некоторые из этих богословов скажут вам, но раз Писание ничего об этом не говорит, то и я не буду ничего об этом говорить. И это также возможная альтернатива. Но тогда встает другой вопрос. Как мне следует воспринимать человека, когда я пытаюсь донести до него благую весть или пытаюсь научить его чему-то? Если, к примеру, я считаю, что ум человека на самом деле материален, то, может, мне следует просто подключить электроды к его мозгу и таким образом передать ему какую-то информацию? Что ж, какой-то отклик от человека можно получить в этом случае, может, не такой, какой вы желаете. Ну хорошо, а следует ли взывать к эмоциям человека, к его интеллекту? И в чем это будет отличаться, если, скажем, мы оказываем какое-то воздействие на тело человека? Вы понимаете, что это фундаментальный вопрос. Вопрос о том, как нам следует взаимодействовать друг с другом. И не только что касается душепопечения, но и что касается проповеди и учения. И ответ на эти фундаментальные вопросы будет зависеть от того, как вы понимаете устройство природы человека. Да, Питер. Те христиане, которые говорят о том, то раз Писание ничего не говорит об онтологическом устройстве природы человека, то и они не будут высказывать никакого мнения на этот счет. Разве они, по сути, не высказывают свое мнение, когда провозглашают Евангелие? Ведь Евангелие в том, что Бог хочет спасти меня. Но какую часть меня Он хочет спасти? На какую часть меня распространяется искупительная жертва Христа на кресте? На материальную или нематериальную часть? Ведь в какой-то момент они должны дать на это ответ. Иначе как они могут объяснить, в чем именно заключается благая весть? Что ж, вы увидите, как это возможно. И на следующей лекции, если Господь позволит, мы будем об этом говорить. И ответ записан в ваших конспектах на странице 32 и 33. И эти богословы не говорят, что вот Писание не дает ответы на онтологические вопросы, поэтому оно вообще ни о чем не говорит. Они говорят, что Писание рассматривает этот вопрос с другой стороны, и вот как оно этот вопрос преподносит. И вот как мы должны воспринимать природу человека. Или вот что мы можем сказать о природе человека, если мы основываем свое мнение исключительно на Писании. Хороший вопрос. Еще, пожалуйста. Вот как выводы философии ума могут влиять на наши богословские представления по этому вопросу, вопросу библейской антропологии? Ну, во-первых, когда вы ознакомитесь с различными трудами по философии ума, то вы обнаружите, что в каждой работе представлен свой собственный взгляд на то, материален ли ум в том или ином виде, или он нематериален в том или ином виде.
И вы поймете, что существует много разных концепций на этот счет. И не только вы узнаете о том, что существует много разных концепций на этот счет, вы также обнаружите, что существует и множество аргументов, которые предлагаются авторами в защиту своих позиций, а также авторы выдвигают аргументы, призванные опровергнуть противоположную точку зрения, или все противоположные точки зрения, если этот автор не ставит перед собой цель критиковать какую-то конкретную точку зрения. Поэтому я не думаю, что вы в каких-то трудах по философии ума найдете обсуждение библейских текстов, скажем, или какой-либо информации из Библии. Библейские исследования занимают свое обособленное место. Но хорошо, тогда вы скажете, что вот есть дихотомическое представление природы человека, есть трихотомическое представление природы человека. Но вот какую точку зрения нам стоит принять, если, скажем, Писание ничего по этому поводу не говорит, то какую помощь нам могут оказать труды по философии ума? То я бы на это сказал, что, конечно, нам не следует принимать какие-либо выводы философов, которые не подтверждаются Писанием. Но вы скажете, ну подождите, вы же сказали, что Писание по этому поводу ничего не говорит, никаких философских утверждений не делает. Но когда я говорю, не принимайте выводов философов, не подтвержденных Писанием, я имею в виду следующее. Не принимайте те выводы философов, если вы знаете, что есть какой-то текст Писания, который противоречит этим выводам, который напрямую их опровергает. Но если Писание не противоречит каким-то определенным выводам философов, то, конечно, эти выводы могут быть и неправильными, но, во всяком случае, они не являются неправильными в свете Библии. Но, конечно, если они противоречат Писанию, то мы должны их отвергнуть. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Мой вопрос вот в чем. Какое у нас, христиан, должно быть отношение к философии ума? И что мы можем предложить на этот счет? Как я понимаю, картезианский дуализм теряет свои позиции. Какую альтернативу мы, как христиане, можем предложить, чтобы объяснить устройство человека с библейской точки зрения? То есть взаимосвязь духа и тела. Что ж, вы задали несколько вопросов. И я хотел бы прояснить, что я правильно вас понял. Первое, о чем вы спросили, это, что мы, как христиане, можем предложить в качестве философии ума? Что ж, я бы сказал, что мы не отталкиваемся от Писания в этом случае. Это не значит, что мы игнорируем Писание. Но вы должны понимать, что это философское обсуждение природы ума. Кроме этого, есть и библейское обсуждение природы ума, и рассмотрение этой темы с точки зрения психологии, и так далее, и далее. И философы не будут включать в свои философские рассуждения то, что говорит Библия. И библейские авторы не включали в свои книги выводы, сделанные философами или психологами. И что же это означает? Ну, очевидно, что психолог не будет также включать в свои работы стихи из Писания по этой теме или выводы философов. И это означает, что вы должны изучать эти дисциплины независимо друг от друга, и затем спрашивать самого себя, скажем, наиболее разумными для меня здесь представляются следующие выводы в этой дисциплине, и в этой дисциплине, и в этой дисциплине. И как мне представляется, если вы займетесь изучением философии ума, то вы должны изучать ее как отдельную дисциплину. И рассматривая эту философию с христианской точки зрения,
Вы просто не принимаете те выводы и заключения, которые, как вы видите, противоречат Библии, противоречат Писанию. Но мы также должны понимать, что есть некоторые темы, по которым Писание не так много говорит. Изучая Писание, вы можете дойти лишь до определенного уровня, так и не ответив на многие вопросы, так как в Писании попросту нет ответов на эти вопросы. Но, выходя за рамки Писания, будьте осторожны. Убедитесь, что то, что вы принимаете, не противоречит тому, что записано в Библии, не противоречит богословским доктринам, которые основаны на Библии. Я думаю, можно сказать следующее. Вот представьте, что вы философ, и вы христианин. При этом вы должны изучать философию ума с убеждением, что материалистический взгляд на ум неверен. Если, конечно, вы не докажете с точки зрения Писания, что материализм имеет право на существование. И уже есть такие богословы, такие христиане, которые так считают. Что ж, помог этот ответ? Да, спасибо. Иногда что-то может и не противоречить Библии, но противоречить традиционному пониманию Писания. И мы сталкиваемся с вызовом и должны как-то отвечать. Что ж, но при этом мы должны спрашивать самих себя, а что же Писание действительно говорит по тому или иному вопросу? И, быть может, в каких-то случаях следует отказаться от традиционного понимания Писания. Потому что, как мы вскоре обнаружим, порой христиане, которые ввязываются в этот спор, казалось бы, основываясь на Писании, делают выводы, которые выходят далеко за рамки Писания, и говорят то, что Писание не говорит. И мы с вами обсудим это на следующей лекции. Мы к этому вернемся. Хорошо, а сейчас перерыв. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.